И раскрыто пишут убийство Михаила Круга. Участник банды «Тверские волки» Александр Агеев, осужденный на пожизненное лишение свободы, дал признательные показания. Певца убил Дмитрий Веселов, другой член банды. И, казалось бы, нужно рукоплескать, какие замечательные полицаи через столько лет раскрыли такое убийство. На самом деле, я почитал и не верю ни одному слову. Это ложь бесстыднейшая. Представляешь, человек, который сидит пожизненно, рассказывает, как он вместе с Дмитрием Веселовым убивал Круга, и в конце концов только небольшая приписка. Дмитрий Веселов давно умер. И ссылаться на покойника — это самый простой путь, особенно человеку, который сидит пожизненно. Он говорит, убивали вместе, но не я убил, убил вот покойный, а я там рядом просто постоял. А так как мне дали все равно пожизненное, то все нормально. А здесь я так помог ментам с раскрытием такого дела, что, наверное, они мне помогут. Представляешь, то есть такое бесстыдство, просто откровенное бесстыдство, просто в харю смотрят и врут, причем, ну, я понимаю, что Путин с большой трибуны врет, но для ваты он не так очевидно врет, как вот здесь. Даже ватники, которые сидели в тюрьме, а я их в большинстве своем там уже по несколько раз побывала, да, даже для них это понятно. Что это ложь, что это вертуха, и все выдумали для того, чтобы закрыть эту тему наконец.